Паук птицеед гигантский. Пауки таких размеров не плетут паутину, а охотятся на добычу и нападают на нее из укрытия. Особенность этого жука в том, что он может легко справиться с небольшой добычей, например, маленькой птичкой колибри. Из-за этого его называют птицеедом. Яд этого паука, хоть и болезненный для человека, но не смертельный. Но, что интересно, жуки не нападают на человека, так как человек для них слишком большая добыча, и они не рассматривают человека как объект для охоты.